Захарова о ситуации с Иерусалимом. Россия призывает к возобновлению палестино-израильских переговоров. В Москве обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке, заявила Мария Захарова. В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринимают дестабилизацию в регионе, вызванную известным шагом администрации США по Иерусалиму. Убеждены, что выходом из замкнутого круга насилия и напряженности может стать лишь возобновление палестино-израильских переговоров для достижения прочного и, конечно, долгосрочного урегулирования конфликта на базе хорошо известных решений международного сообщества. Исходим из того, что до этого всем заинтересованным сторонам следует проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди и быть утрачены перспективы восстановления мира, справедливости и безопасности для всех в этом регионе.